Дёрф Продакшн представляет. Внимание! Данное видео не предназначено для детей, беременных, лиц с психическими расстройствами, беременных детей, беременных лиц с психическими расстройствами и просто неженок. Да похуй, бля! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ваня Крейкёрв, и сегодня мы продолжаем проходить Outlast Whistleblower. Как помните, мы остановились на этом месте, когда сбежали от довольно тупого чувака, который поставил своих охранников везде, но только не у двери, в которую нам надо. Да, и тут мы побежали, и он как раз побежал нам навстречу, и... А вот и он. А, он убегает, он, оказывается, не за нами. А я в прошлый раз, кстати, испугался довольно-таки. Но, так, тут ничего нету, эту дверь я не проверял, но она оказалась закрыта. Окей, окей, я понял. Ну что ж, полезли тогда наверх. Будем снова с вами искать приключения на жопу, и мне все-таки интересно, когда же уже она закончится, на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он добрый, типа? Рука. Он, типа, должен быть добрый, наверное. Не бей! Не бей меня. Все, окей, все нормально. Все нормально, все в порядке. Нихуя себе. Вот тут вечеринка, я смотрю, а? Что тут происходит? Не-не-не, ладно, ладно, ладно. Идите-ка нахуй. Побежал-ка я в пизду. А то мало ли, меня сейчас сожрут. Так, камера. Свет, мотор. Что же у нас тут? Сейчас, блядь, сейчас кто-то выпрыгнет, как всегда. По-любому, кто-то да выпрыгнет. Ведь всегда так. Верно я говорю, дорогие друзья? Так, что у нас тут? Мы до радио добрались, наконец-то, ура! Давайте выбираться из этой жопы. Эээ, нет, не все так просто, кто-то... О, это ты, Зубастик, а я тебя ждал всю игру, когда же ты появишься? Так вот он тут. Он наконец-то пришел. И что, ты убьешь меня? Ты давай, я тебе сейчас по ебалу дам, по яйцу прямо. И ты просто заткнешься и все. Ты давай мне не мешай. Ты, блядь, мне вообще мешаешь играть, доебал. Вот. Вот, давай, иди, иди, иди. Проверь там, разъясни ситуацию. Я подойду скоро, я скоро подойду, чувак. Подожди минутку. Только оклемаюсь. Так, что тут? Ой! Что такое? Кто тут? Кто тут? Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Ебать! Здоровый этот пидорас! Я его помню. Помните мою тактику, дорогие друзья? Просто беги, ебаш! Шуха, он бежит, блядь! Ебать, бежим нахуй! Бежим скорее, ебать! Он сейчас нас пиздует! А, блядь, ты чё, дурак, что ли, ебать? Все, мы спрятались. Мы спрятались? Мы под стол еще сейчас залезем, он нас вообще не увидит. Так, давай, давай, пиздуй. До свидания. Что ты мне сделаешь, блядь? Отлично, отлично. О, блядь, это выход. А нам как раз, наверное, туда и надо. Нам надо сейчас по-тихому пройти. Давайте пробежим мимо него. Будет весело, наверное, я думаю. Вау! Бля, он меня не заметил. Так неинтересно даже, ебать. В натуре он меня даже не заметил. Так, ладно. Туалеты в хоррорах я вообще ненавижу, по идее. Я никогда туда не суюсь, если не надо по делу. Блядь! Я ошибаюсь? Или это тот самый священник? А? По-моему, да. По-моему, как раз-таки он. Слушайте, нихуя себе. А мы отправляемся в дырень. Так. Fuck you, fuck you. Что-то тут нам орут. Какие-то прям злые все, ебать. А мне на самом деле, я ищу батарейки. Где-нибудь тут есть батарейки? Потому что у меня скоро все закончится. И все. Я ничего с этим не поделаю на самом деле. Вот. Да я хороший, ну чего ты? Зачем ты скрываешься? Я спасти вас всех пришел. Я как Иисус. Только Ваня. Так, сейчас я.
Сейчас, ну что? Что и где мы можем отыскать? Блять, кто-то да выпрыгнет по-любому. Бля, я так боюсь на самом деле. О-о-о! Вас-то я и искал, мои дорогие. Так, хорошо, отлично. Уже неплохо. Уже прогресс есть. Так что... А, это закрыть дверь? Ага. Так, хорошо. Что у нас тут? Блять! Нихуя себе! Сейчас он пизды нам даст. Я побежал. Ебаши, беги, беги, ебаш. Все, оп, раз, два, три, паркур. Не смотри по сторонам, не оборачивайся и просто убегай. Блять, в окно! Я лечу! Так, ребята, в общем, оказались мы на улице. Оказались, выпрыгнули, все. Мне так нравится это место. Прикольное. Чё? Закрыто. Закрыто, так. Нам надо... Но у нас есть окно, и мы спокойно залезем туда. Надеюсь, никого нету. Блядь. Да тут сарай просто. А, блядь! Чувак, я с тобой сяду. Ты не против? Как дела у тебя? Ладно, ты сиди тут. Я пойду проверю. Если чё, я тебя зову, выбегаешь. Я сзади их держу, а ты по ебалу бей. Ей-богу. Так, все, отодвигаю, смотри, давай, готовься. Сейчас будешь выбегать. Сейчас, так, раз, два. Открываю, ебать. Никого нет, можешь сидеть. Я тебя даже прикрою, хочешь? Вот так вот. Сиди, маленький. Ебать. Бля, мне страшно, я побежал, нахуй. Куда мне бежать? А куда бежать, ребята? О! Я что-то открывать будешь? О, тебе надо, блядь, обязательно в определенное место встать, ебать, какой ты привередливый. Бля, мне батарейки было бы неплохо найти вообще. Ага, ага. Хуя ты акробат, просто везде лазит. И прыгает, и карабкается. Бля, нихуя не видно. Блядь. Что за ебантяйские звуки, блядь. Мне так страшно, на самом деле. Меня очень напрягает сейчас этот момент, потому что... На улице еще страшнее, чем в помещении. Хоть в помещении тоже страшно из-за того чисто, что там, блядь, куча углов, из поворота может неожиданно, хоп, появиться какая-нибудь хрень. А тут просто тупо, блядь, темно. Обширное пространство. Вот, обширное, блядь, пространство, да еще и темно. Ну это пиздец просто. Вот так нежданно-негаданно просто. Какие звуки. Ужасные звуки. Бля, меня эта игра уже ничем не удивляет. Пиздец. Блять, туман. Нихуя не видно. Батареек нету. Ничего нету. Рычаг. Жми. Блять! Так, все спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё у меня опять английские субтитры, бать? Все нормально у тебя? Ладно, ты стой. Я побежал, короче, я походу... А чё я сделал-то, блядь? Я вообще уже не слежу за сюжетом и вообще за действиями. Просто ебашу, куда приходится. Так. Блядь, я же отключил, типа, электричество. Я же, типа, отключал электричество. И какого-то хуя, блядь, мне сейчас Я, ебать, знаю этот трюк. Сейчас я, типа, обратно прибегу, да? И там такая хуйня. Кто-нибудь меня там поджидает, по-любому. Вот отвечаю, вот зуб даю просто. Ну как еще может быть? Это, блядь, так банально. Вот. О, его уже нету. Все, сейчас он выпрыгнет. Надо готовиться. Так, я готов. Никого нет. Я готов. Жму, ебать! Блядь, я все равно испугался, хоть и был готов, сука, блядь, ебать, я не ожидал такого резкого поворота. Я думал, он, блядь, не знаю, выбежит откуда-нибудь, он просто стоял за мной. Просто стоял за мной. Просто, сука, стоял. Беги! Беги, шлюха! Открой дверь. Извини, пацан, но тебе сюда нельзя. Куда бежать? Парень! Парень! Закрой дверь, сука! Все? Надеюсь, ебать, все.
В окошко надо посмотреть. Не хочу в окошко смотреть, сука, еще батарейка кончается. Пиздоболе. Есть батарейки? Есть батарейки, ебать? Тебя спрашиваю, чё молчишь? Ладно, похуй. У меня еще есть немного. Так, ладно, так, тихо, спокойно. Только не паниковать, главное, а то пиздец начинается. Блять, только не привидение, пожалуйста! Иди нахуй! Так, где, блядь, я? Где я? Вон дырка. Ну ты туда вряд ли допрыгнешь, но я попробую. Не, а вот же дверь. Дверь. Тут никого нету, ебать. Это что такое? Нихуя себе, куда я пришел. Ебать, разбежаться. Для такого надо разбежаться, пацаны. Бегу! Ой, это я зря, наверное, да? Блять! Ебать, пизда, сейчас какая-то рыба хуиба выйдет, блять. Сожрет меня по-любому. Бля, я медленно, пацаны. По-любому меня сейчас кто-то будет жрать. Простите, что в такой момент я молчу. Но я сейчас настолько... Блядь! Настолько напрягся. О! Нахуй отсюда! Что просто не могу говорить. Фу, ебать, я боялся уже, что сейчас кто-то вылезет, пиздец. Так страшно, на самом деле. Так напряжно, ёлки-палки. Давно так не веселились. Чё, куда нам? Куда нам? Куда нам надо... Вон дверь. Парень, почему все без батареек лежите? Да ёлки-палки, закрыто все. А куда мне идти-то, ебать? Я хочу в дверь. Так, отсюда я пришел. А, во! Вот. Все, я понял, все нормально. А! Членосос! Соска, блядь! Что такое, блядь? Тебе не больно? Кто тебя так? Ладно, ты... Я все понимаю, конечно. Ты долго падал, долго летел и наконец-то приземлился. Но что из тебя взять, если ты уже дохлый? Ты бы хотя бы народ не пугал. А я-то ладно, я-то не боюсь. Я мощный. Я ничего не боюсь и ни разу не испугался в этой игре. Но моих зрителей ты напугал очень сильно. Так что... Давай, ты понял меня. Ебать, где я? Так, тут по любасу, ребят, тут должны лежать батарейки. Где-нибудь тут в уголке есть батарейки. Чё, нету? Реально? Ну, так не бывает вообще-то. Я слышу привидение. Я слышу привидение, я отвечаю, оно здесь. Я побежал, ебать. Лучше уж скорее пусть оно меня напугает, нахуй, и я съебусь к чертям. О-о-о. Хуяк. Все, беги, парк, пожалуйста. Нет, не темно еще. Не включай пока камеру, еще не темно. Рановато. Лезь, поскорее. Блять, сыпется что-то. Сыпется? Ладно. Так, мне кажется, или музыка такая напряженная играет? В окно. Я понял. Так, нам не сюда. О-о-о. Нам не сюда? Нам нужно вот куда-нибудь туда. По-любому. Нихуя себе тут замки, ебать. Я как будто в Хогвартсе оказался. Реально. Посмотрите, пацаны. Ну не, блядь, не похоже разве? Вот горы тут, блин, замок. Пиздец, это что такое? Это нереально. Только не говорите, что мне надо туда допрыгнуть. Бля, если он допрыгнет туда, то, блядь, я балерина, нахуй. Я вам серьезно, блядь. Давайте попробуем. Ебашу! Нихуя себе ты! Крутой! Чего ты, блядь, делаешь? Нет! Ша, да ты, блядь, не допрыгнул. Так что я крутой. Я не балерина, ебать. Ну, тебе не позавидуешь тоже. Да уж, ладно. Чё, давай, вставай. Ты всего лишь ёбнулся там с пару этажов. Да ничего страшного, блядь, до свадьбы все заживет. Давай вон твоему предшественнику вообще
То есть, ну ты понял, короче. Вообще пальцы поотрезали. Тут тёлки, вы слышите? Тут тёлки. Я слышу тёлок. Ебать, тут были когда-нибудь тёлки? Я хочу посмотреть. Где тут тёлки? Покажите мне тёлок, блядь. Где? Куда идти? Сюда, что ли? Блядь, в какую жопу я забрался? Ебать. И не надо мне говорить, что ты, типа, упал. И никто даже не заметил, не услышал, как ты упал, да? Пиздец. Я никого не вижу. Но я их не вижу и не слышу. Ну, слышу, блядь, не вижу. Чё, всё? Я уперся в тупик. Куда топать? Под стол? Поменяй батарейку. Поменяй батарейку. Они заткнулись. Это плохо, что они заткнулись. Ты поменял батарейку? Тупой, что ли, ебать? Один раз сказал, пиздец. О, батарейка лежит, ребятки, ебать, как раз кстати. Вот, я всегда знал, что они приходят вовремя, блядь. Но я зато зашел в тупик. Бля, ребят, они заткнулись, и они по-любому сейчас меня схватят. Я этого боюсь больше всего. Только не говорите мне, что так и будет. Я не хочу. Я просто не хочу. Блять, сейчас твич. Вы слышите эти звуки? Я не знаю, слышите ли вы хорошо звуки из игры, но они пиздец какие страховые. Они странные, страшные, стрёмные. Нет! Блять, там. Висит мужик. Дорогие друзья, я ебал. На этом мы с вами заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Ничего не бойтесь. Всем удачи и всем пока, ебать!